Чуть больше двух недель осталось до обещанного открытия моста на новом рынке. Рабочие укладываются в сроки и уже укладывают асфальт. Первый из двух слоев на путепроводе выложили уже на 70%, у подъездов к нему на 80%. После того, как подрядчик смонтирует бортовые камни, начнут размещать верхнюю часть асфальта. Также готовится основание для устройства тротуаров. То, что касается инженерной инфраструктуры, подрядчикам также ведутся работы по устройству контактной сети трамвая, троллейбуса. Это монтаж опор, монтаж электрических сетей и устройство соответствующего основы трамвая, это рельсы шпальной решетки. Для трамваев прокладывают рельсы на подходе к мосту. Со стороны дома быта они уже установлены. Сейчас специалисты занимаются кривыми направляющими рельсами на узле улиц Ленина и Кулагина. Ну и по завершению на этой неделе уже собираемся перейти на прямой участок в сторону торгового центра «Пионер». Я думаю, что никаких проблем и препятствий к завершению работ не вижу. Благоволит работам и погода, но и в принципе укладку асфальта ГОСТы позволяют производить до минус 10 градусов. Однако современные смеси, говорят специалисты, выдерживают и куда меньшие температуры. Данил Кузнецов, «День с толком».